Министр транспорта и энергетики Дагестана Сагит Паша Умаханов и генеральный директор «Газпром» Межрегионгаз Махачкала Андрей Кажарский провели выездное совещание в Хунзасском районе. Совещание было посвящено ходу строительства подводящего газопровода и внутрипоселковых газовых сетей к населенным пунктам Геничутль, Арани, Хунзах, Цада и Батлаич. Глава Хунзасского района Саид Юсупов поблагодарил гостей за всестороннее внимание к нуждам района и помощь в проведении долгожданного голубого топлива. Он выразил уверенность, что общими усилиями они смогут реализовать данный проект в муниципалитете. Сагит Паша Умаханов в своем выступлении также акцентировал внимание на скорейшее разрешение данного вопроса. По его словам, совместно с «Газпромом» удалось представить обращение главе республики с целью поддержки финансирования данного проекта. Андрей Кажарский отметил, что в Хунзасском районе есть электроэнергия, дороги, но не хватает лишь газа, и этот проект необходимо притворить в жизнь. По его мнению, в селе Нетануси остался самый тяжелый и дорогостоящий участок. И чтобы не портить пашню, пришлось изменить данный проект, включая проведение подземных труб. В этой связи, вот мы сейчас на месте посмотрели, оценили возможности, приняли совместное решение республики и Межрегионгаза Махачкалы, что наш непосредственно заказчик и главный инвестор в Санкт-Петербурге в ближайшее время, я думаю, что неделю-две мы рассмотрим возможность открытия финансирования.